Привет, народ! В общем, позвонили только что. Мы вам везем посылку. Мист Экспресс, служба доставки, в общем, со Штатов посылка. Едет с опозданием где-то дней 8 уже, наверное, если не 10. А вот они, кстати, подъехали уже. В общем, Леха просил данную посылочку встречать с весами. Почему? Потому что, судя из прошлого видео, говорит, Русик, у тебя там неплохо подъели ее. Поэтому сейчас мы будем ее взвешивать. Да, достал ко мне. Мы ее взвесим, но не против, нет? Ну так визуально вроде не вскрывали, просто прошлую посылочку привезли. Я вот на камеру снял на видео, да? Давайте мы ее поправим немножко. И отправитель сказал, что Русик, у тебя там неплохо ее, ну, располовинили, в общем. Поэтому по квитанции у нас там 16, как они называются там? 16 ЛБ. Это что у нас там? 16 ЛБ, что это? Фунты, что ли, там, или паунды? В общем, как-то так. Добренько, все, спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. В общем, народ, давайте посмотрим, вскрывали нашу посылочку или нет. Ну, я помню, также Леха говорил, что Русик, если будешь вскрывать, то переверни. Я ее запаковывал с другой стороны. В общем, поехали, посмотрим, что здесь у нас. Пара-па-па-па-па-па-пам. Так. Да, все верно, с этой стороны. Видно, что вот как запаковывал. Не знаю, Леха, не Леха. Но вот, вот так вот. В общем, я надеюсь, вам видно, да? Оп. Вот так. Так. Все в пакетиках расфасовано вот таким вот образом. Все лежит. Это я сейчас для Лехи показываю, потому что Леха вчера буквально мне писал, говорит, Русик, будешь вскрывать, говорит, фотографируй все, я тебе скажу, ковырялись или не ковырялись. Потому что, говорит, в прошлой посылке нормально так они подъели. В общем. Набор какой-то отверточек, ковырялочек для мобильных телефонов, для разборки. Раз. Набор для разборки ножичком. Ну-ка. Да, с трещоточкой. Вот это класс. Супер. Ну и система хранения, народ, просто. Просто все на виду. Магнита я тут не вижу, но вижу хомутик. Короче, походу, что биты не магнитятся. Да, так и есть. Биты, народ, не магнитятся, но вставляются достаточно плотно за счет вот хомутика. Ну и система хранения, видите, бит, в принципе, все биты на виду, то есть что нужно, сразу выбираешь, берешь, пользуешься, ставишь на место. Супер Хански, я не знаю, что это, чье это, кто тут у нас производитель, сейчас почитаем. Так, не вижу. А, не, Made in China, все правильно. Короче, все понятно. Дальше, вот. Вот что я ждал. Леха, спасибо. Blue Loop, два флакона новеньких. Теперь, народ, можно дальше ремонтировать ножи. Дальше. Что-то такое. Крем для рук. Handygram. Крем для рук.
Я крем для рук часто пользую, но обычный АТБшный. Короче, вот таким кремом я пользуюсь для рук. Классная штука. Какой-то он там витаминизированный. Ну и в условиях, когда мы руки часто протираем, моем, их нужно увлажнять. Крем для рук, ну, спасибо. И, короче, народ, два этих самых, скажите, клинера. Тоже бенчевских. Леха мне запрезентовал, короче. О, а тут что, я даже боюсь дальше открывать. Слушайте, ну ничего себе, что, серьезно? Леха, ну ты даешь. Класс. Я думал, стекло скажут, не пропустим мы. И все остальное. Я так понял, это соус. Короче, какой-то он там говорил супер-пупер вкусный соус. Будем пробовать. Будем пробовать. Раз. Дальше. Разматываем дальше. Я не люблю разматывать, я буду разрезать. Предпочитаю разрезать. Ага, вижу. Вижу. Короче, народ, попочки. И вот такая вот кепочка. Бенчмендерская кепочка. Ну заходи. Стучится он. Заходи. Бенчевская кепочка. Нужно сделать размер побольше. Так, а ты не заходи, ты уже здесь был с утра. Ну-ка, оп. Илюха, как тебе кипченка? Короче, народ, вот такая вот кипченка. Да? Да. Да, ну-ка, на Илюшу как она будет? Да, чуть-чуть великовато, надо чуть-чуть подрасти, зайка, тебе. О, чуть-чуть подрастешь и будешь носить папину кепку. Опачки. Та нормалек? Нормалек. Так, дальше. О, моя же коробка, в которой я Лехе какой-то нож отправлял, да? Ну, я просто свою упаковку узнаю. Что это мне тут наотправлял? Видишь, пока с этой стороны не откроешь, с этой не выдавишь, да? Вот так вот. Так. Так, зайка. И тут у нас ножичек, но другой уже. Короче. Коробка от Microtech, а внутри Benchmade. Байлоуд. Опачки, народ, вот такой вот Benchmade. И что у нас тут за Benchmade? Я знаю, что это за Benchmade. Леха, негодяй, я ж тебя просил не покупать. Короче, народ, вот такой вот ножичек. Танто. Ну, в принципе, по сути своей тот же, да, багаут. Только чуть-чуть длиннее. Зайчик, секундочку, сейчас, зайка. Сейчас я тебе дам. По сути, тот же багаут, только видите, да? С тыльником, темляк это. Ну, я так понял, титан. Ну, и клиночек у нас чуть-чуть получается, что покороче. В принципе, такой же, как на багауте клинок, да? Чуть-чуть длиннее за счет кончика. Буквально на пару миллиметров. Ну, а так, в принципе, такой же нож. Клиночек по центру, все замечательно. Но тантоидный. То же самое. Очень тоненький в обухе. Ну, и новый не разработанный. Алексей, спасибо, конечно, но это ты зря. Кстати, сталька у нас, народ, 3V. Не знаю, не пробовал. Это у меня первый ножичек будет с этой сталью. Так, дальше. Ты ждешь конфеты? Я просто скажу, что там. Так, чтоб ничего не порезать. Ага, вот то, что я. Ай-яй-яй-яй. Нет, это не пиво, это, скажи, я тебе скажу. Это, короче, соус типа соевого, но, короче, какой-то там
один купер. А вот это то, что я просил Леху купить. Что это такое? Класс? Я знала, что сейчас что-то класс? Будет. Класс? Ну хватит, Руслан, не надо. Илюха? Ай, иди сюда. Не надо, Руслан. Леха, класс, спасибо. Супер. Но просто что тут жидкость, да? То ли кислородом его, то ли углекислотой заправлять можно. На, нажимай кнопочку вот эту. Так, все, Аирка. Класс, Леха, спасибо. Короче, народ, давно я хотел такую штуку. На велике, представляете, едете. Не-не-не, зайчик, ты за один раз мне выпустишь сейчас все солнце. Попозже чуть-чуть. Мамаш, эти самые. Смотри, раз, два, три. Короче, народ, пять видов жвачек. Мы вот эти пробовали, вот этих две. Мне Димка с Америки привозил. Короче, товарищ ездил на выставку в Вегас. Я его попросил привезти мне хотя бы парочку. Он мне купил вот арбуз и чего? И киви, да? Да. А вот эти мы еще не пробовали. Не киви. Это а что арбуз, это? А это арбуз киви, а это ягоды какие-то. Ну, короче, сунысич, як там, короче, оно. Переведите сами, народ. Держи, мама. Короче, вкусные жвачки. Спасибо. Так, так, так. Ножик куда идем? Ножик вот. А это, короче, мама твоё. Так, в этот раз упаковка закрыта. В прошлый раз степлером были, поняла? Да, помню. А в прошлый раз мы, короче, упаковку оп, а она степлером закрыта. В этот раз, Лёха, всё нормально, никто их не вскрывал. Держи. Короче, конфеты, вот это просто огонь, супер, просто вот бомба. Когда он передавал посылку первую? Год и два месяца назад. Леха, мы до сих пор едим конфеты. Шоколадки, кершес. Смотри. А так, раз. И вот тут в сейфе еще две штучки лежат. Ну, это не сейф, но... Две штучки есть. Илюша. Вот это просто огонь. Конфеты, народ, запоминайте, нажимайте на паузу. Гуглите конфеты. Просто бомба. Так. И последнее. И последняя. Да, зайчик, и тебе тоже дадим одну конфетку. Много нельзя маленьким деткам конфеток, да? Опачки. А тут я, короче, вижу, что я буду супер-пупер крутым пацаном. Милуоки рукавицы рабочие. Бомба! Леха, спасибо, класс. У меня такие же рукавицы, только, короче, ну, для этого. Для велика. Но они, короче, ну, не рабочие. Чисто на велике я в них катаюсь, когда прохладно. А это прям крутые. А Ирка? Майдадырка. Так, рукавицы. Кстати, давай померим мы сразу, да? Илюха, померим папе рукавичку? Папа сейчас больной рукой своей сюда залезет или не залезет? Подняй другую руку. Не, я на правую меряю всегда. Залезет. Не, я их не буду убивать на стройке или сваркой. Нет. Я в них буду на велике кататься, Лёха. Как праздничные они у меня будут. Не, ну очень удобно на велике, кстати, в таких рукавицах. Я вот оценил. Так, как теперь с этого пальца снять-то? Так, рукавицы. Дальше опять, мама, твоё. Конфет. Целая пачка. Ты слушай, прям килограмма. Килограмма два, наверное. Там же написано. А тут же ж в паундах у них. А-а-а. И, короче, опять хаски. Набор отверточек вот таких вот. Набор вот таких вот отверточек. Прям смотрите, какие прикольные. Чисто для... 1,47 кг. 1,47 кг, да? Ага. Прям для ножей. Чисто ножевой наборчик с торксами. Прикольно. Бомба вообще. Мама, тебе коробка нужна большая? Да. А антидепрессант? Да.
Давай я тебе сюда сброшу, а ты потом пакеты... А пакеты сейчас выброси. О, слушай, кольцо. Точно ж. Он же мне еще кольцо прислал, смотрите, второе. То есть я ему сейчас вот это кольцо отправляю. А вот это оставляю себе. Короче, это кольцо чуть-чуть меньше, а это на пол размера больше. В общем, Леха, ну я тебе его поверну, красиво все сделаю по-новому. Потому как, ну, я его трошки носил сейчас. А в общем, народ, вот такая вот посылочка. Я вот эту штучку, с вашего позволения, набор крутилок. С вашего позволения вскрою. Потому как просто интересно, как оно будет вставляться. Угу. Да, Илюха? Давай посмотрим. Я чуть-чуть. Это ву, только без ву. Я ву. Ву, да. Это, короче, народ, походная такая отверточка. А вот это... ву? На тебе ву, на тебе твое ву. Короче, народ, у него тут свое ву есть. На. Все, ребенок пропал. Короче, вот сюда вот биты вставляются, вот так вот, раз, раз, ага, только три биты вставляются, видите как, я думал все четыре можно вставить, нет, вставляются три и одна сюда. Ну и в принципе вот так можно работать. Здесь у нас шарик для фиксации, переворачиваем, вставляем, все, не потеряется. Ну, конечно, по мне было бы намного интереснее, если бы четвертая сюда бита тоже влезала. И был бы вообще супер-пупер походный вариант. Так, у нас здесь что есть? 4, 15. Дальше 6, 9. 5, 10. И 7, 8. В принципе, все биты есть, но как-то нелогично они их расположили, видите, да? Сделайте 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну, рядом. Они что-то там, ну, ладно. С производителем не спорят, чем они руководствовались, я не знаю, но тем не менее, к такому выводу пришли. В принципе, как-то так, народ. Вот такая вот у нас была сегодня посылочка, вот такая вот у меня модная кепка теперь есть. Ох. И солнце в голову не печете. На сегодня все. Леха, спасибо. Я собираю в обратную дорогу посылочку тебе тоже. Ну и на днях отправлю. Я просто хочу еще, ну, кое-что переделать. Я помню, там ты писал, что тебе ножичек понравился, который горбатый. Но мне не понравилось, ну, сатин. Его не понравился. Я хочу снести этот сатин, сделать на нем стоунвош. Финиш, да, и вот тогда вот уже соберу его и отправлю посылку. В принципе, на сегодня все, народ, у меня. Леха, спасибо еще раз. Пока-пока. Увидимся.